Бля, это же лом. Высох вообще. И бревно, и другие из третьего барака. Сука, бля, где эти суки обычно прячутся? Чай из этих козлов бородатых выпьем, не парь. Молчат они. Ну, пока молчат. Вообще непонятно, что там быстро не тянут. Надо было сразу встать. Все мы уже раскололись давно. Да там голову уже не отчаянно надо отнимать. Они писали, конечно, упороты. Все равно молчать будут. И чё мне смотрящий себе думает вообще? Поставил тут меня. Надо на хазу, мля. Только... Thank you.
засада? Херовое мне место, любой лох. Чё это там наверху вообще? Чё за херня? Чё это там за забор? Ну, пада! Я... Вижу паду! Вагнер, бито шара! Вижу! Прижал, суку!
Ребятки! Нашего зажмурили! Ата! Пацаны! Сучара это заныкалась тут где-то! Колосье нас держит! Надо на... Пацанчика завалили! Волки позорные! Ugh!
Чужак, замри! Вот мы и снова встретились. Хотя ты, небось, не помнишь, кто тебя из воды вытащил. Меня, кстати, Олей зовут. Это не ты сейчас хозяину леса трепку задал? Охотники наши с ним давно не связываются, а ты его вон как отделал. Силен. Замок заржавел. Вот сволочь. Прости, учитель. Твой друг Лёша уже на дамбе. Сказал, командир ваш ждать не будет, так что времени у тебя немного. Прости, проводить не смогу. Сегодня на совете пираты заявили, что нападут на ваш поезд. Но без меня они и созывать совет не имели права. В общем, придется, как всегда, вправлять им мозги. Но пока у меня есть время рассказать, куда тебе дальше. До дамбы можно добраться только на лодке. А они все в лагере на болоте, у пиратов. Они, понятно, делиться не захотят, но это не повод стрелять. Кровь никому не нужна, так что просто не попадайся им на глаза. Иди по дороге до завала, спускайся к болоту и ищи пристань. Там и мы с Алешей лодку одолжили, прости, учитель, но остались еще, так что разберешься. Ну, чужак, удачи! Смотри, не заставляй меня жалеть, что я вам помогла. Лёша, привет. А я тут еще побуду. Надо за могилой учителя приглядеть. Что, решил передохнуть перед рывком? Это правильно. А я задумалась тут. Как хозяин тут по соседству, шапаться нашел. Считаем до пяти. А, никого. Раз. Ну, не волки, и то два. Хорошо. Вижу гада! Ты чего? Договорись! Да не умею я до пяти! Thank you.
Thank you.
вожак думает, что мы его не найдем. Покажите ему, что в этом лесу от нас и белка не убежит.
Утрася, блядька! Крыса сухопутная!
дверь постучаться. Языка нету. Забыл, как учитель говорил? Вежливость. Вот что отличает нас от бандитов и других животных. Погоди, ты же не из наших. Бандит, что ли? Вроде не похож. Хотя кто у вас бандитов разберет? Сегодня одни, завтра другие. Я правильно говорю, Сеня? Ты, адмирал, всегда правильно говоришь. Отставить! Вы мне так все залижете. Тут все свои. Так, о чем это я? Ах, да, бандит. Ну, раз ты тут, значит, всем этим слабакам, пионерам и недопиратам крышка. Я прав? Молчи и не отвечай, так все понятно. Ну, туда им и дорога с сыкунам. Адмирал, а может, к столу его пригласить? Гость же, хоть и бандит. А что, дело? Садись, бандит, чаю выпьем. Такого чаю ты еще не пробовал. Сам собирал, сам сушил, сам заваривал. От этих-то помощи никакой. Ну, хоть едят немного. Да, парни? Да! Стараемся, адмирал! Все-все, устроили балаган. Орете, как водяные в полнолуние. Совсем гости не уважаете. Слово сказать не даете. Не обращай внимания. Ну, за встречу. Хороший чай. А ссыкуны сухопутные не пьют. Радиация, радиация. Какая радиация? Ты на нас посмотри. Здоровее не бывает. А ты молодец, что зашел. Видишь, ребята, как приободрились. Нам ведь тут и поговорить не с кем. Забывать настали. Даже Ромыч и тот про нас забыл. А мы ведь вместе наш штаб пиратский тут строили. Вон, ребята, не дадут соврать. А? Да, все вместе делали. Помню, вместе. Все помнят. Вот. Все помнят. А он, гад, забыл. И остальные ссыкуны сухопутные тоже забыли, кто тут за них насмерть стоит. Сначала-то как радовались. Кричали: «Всех бандитов поубиваем! Пионеры-ссыкуны! Учитель не прав! Не защищаться надо, а нападать!» Кричали, а? Еще как! Как резанные кричали! Громче тех бандитов, что мы тогда постреляли. Видишь как? Мои парни помнят. А те забыли. Ну, как кричать до пионеров с сыкунами называть, они, конечно, молодцы. Да. А вот как тут жарко стало. Да водяные сотнями полезли. Сразу другую песню запели. Ой, радиация! Ой, опасно! Ой, учитель с девчонками передал, чтобы уходили. Понятно, с водяными воевать — это не бандитов по столбам развешивать. Бандитов и пограбить можно, а с водяных чего взять? А что они всю долину сожрут? Если мы не защитим, так кому какое дело? Крысы, а не вот они кто. Крысы. Раньше надо было учителя слушать. Хотя им, крысам, все равно кого слушать. Хоть учителя, хоть девчонок. Главное, трусость свою оправдать.
что, валишь? Ну и вали. Тоже крыса, как и остальные. Все. Пока идет ремонт путей, ребята ищут лекарства для Ани. Катя нашла название. Парни, но это же был новый препарат, да еще и военный. Молча кровь. В захолустной аптеке такого не найдешь. Проливать. Да и все разграблено 20 лет назад. Как вот
Артём? Жив, чертяка! Как же я рад тебя видеть! А я с нашими связался наконец-то. Волнуются. И я их понимаю. В общем, Тёма, тут все не так просто оказывается. Давай сюда, покажу. Пошли, Артём. Слышишь, счетчик как трещит? Заплати на черти сколько тонн отравленного ила. И очень скоро этой долине крышка. Плотина еле держится. Глянь свой бинокль, если мне не веришь. Нельзя нам здесь оставаться. Никому нельзя. Ладно, канатку видишь? Любовь с первого взгляда. Я же говорил про свой животный магнетизм, а вы ржали все. Так теперь одна мысль в голове и вертится. Ты там жив? Да что ж такое-то? Вот
Канатку подтянуть. Готово. Оля! Я же говорила, им просто нужно было пройти. Ты точно со мной не поедешь? Извини, Алёша. Не могу я вот так взять и уехать. Как бы ты мне не нравился. В таком случае, сударыня, разрешите откланяться. А, черт. Оля, я вернусь. Я буду ждать. Артём, двигаем! Оля, помни, что я говорил. Уводи людей. Все плохо. Нужно спешить. Времени мало. Ни воздух, ни лекарства, что мы нашли по дороге, ничего не помогает. Болезнь зашла слишком далеко. Идем.